все герметично. Улица Березовая в деревне Моносеево появилась на карте недавно. Здесь еще нет дорог с твердым покрытием, зато теперь есть газ. Его провели в рамках социальной газификации деревни. Дом номер 6. Первый на улице Березовая, в которой специалисты Лосинопетровска, районной эксплуатационной службы Мособлгаза, провели голубое топливо. Без надежного источника тепла хозяева не могли продолжить отделку помещений. Мы закончили свою работу, газ вам пустили к приборам, вот, можете пользоваться, настраивать. Все, спасибо огромное. Очень рада. Мы тоже очень рады, что к вам пришло тепло в дом. По условиям социальной газификации топливо Мособлгаз подводит бесплатно до границ участков домов. Обязательный критерий – жилое помещение должно быть официально зарегистрировано. Таким условием соответствует дом в деревне Алмазово, хозяева которого устали переплачивать за твердое топливо и сжиженный газ. В доме площадью 142 квадратных метра проживает 5 человек. На протяжении уже 8 лет я, значит, брикетами отапливался. Дорого? Да, сначала было 4000 тонна, а последнее время покупали уже по 12 тысяч. По телевизору, да, стали говорить, что, так сказать, социальная идет программа. Нам сказали, что, мол, до холодов, а оказалось, вот, уже, как говорится, в сентябре уже. Открываем сейчас план. Ну, там добавлю. Все, закрываем. В доме Владимира Гельвинга, благодаря подведению газа, решился вопрос не только с отоплением. Теперь от природного газа будет работать и плита. Теперь вы попробуйте. Вашу очередь. Да, спасибо. Нажимаете, удерживаете. Теперь плавно отпускаете ручку вверх. Прекрасно. Очень здорово. Теперь мы с газом. Подключению газового оборудования предшествовала подготовительная работа Мособлгаза, составление проекта и строительство газопровода от распределительного пункта в Алмазове. Проложено порядка 100 метров газопровода высокого давления, установлен шкафной газораспределительный пункт, также было проложено порядка 200 метров газопровода среднего давления. Сегодня был произведен пуск газа по данным адресам. Были пущены газовые приборы. Мы всегда рады новым абонентам. По социальной газификации Мособлгаз планирует газифицировать более 110 тысяч подмосковных домохозяйств до конца 2022 года. Узнать, когда приведут газ на вашу улицу и подать заявку на подключение, можно на сайте Мособлгаза или по номеру телефона горячей линии, который вы видите на экране. Михаил Налетов, Щелковское телевидение.